Доброго времени суток, и вы сегодня со мной. Я Анна Груздина, старший директор компании Faberlic. Я люблю проводить эксперименты, и вот несколько экспериментов у меня в планах показать вам. Каждый месяц мы возлагаем надежды на то, что с этим продуктом нам снова будет комфортно, он нас не подведет, и мы останемся здоровыми. Я решила просто показать вам, какого качества прокладки мы покупаем в магазинах, и какие прокладки женские есть в компании Faberlic, и как это же самое рассказать и показать вашим знакомым, коллегам, вашим друзьям. Для нашего эксперимента я приготовила несколько предметов. У нас с вами должна быть вода, зеленка, нам понадобится небольшой шприц, ну и, конечно же, понадобятся салфетки. И понадобится хотя бы три разных вида прокладок. Я взяла для эксперимента самые-самые дешевые прокладки, которые у нас есть в магазине рядом. Прокладки, которые по цене очень близки к прокладкам Faberlic. Ну и непосредственно сами прокладки от компании Faberlic. Артикул 11944, стоимость в каталоге 119 рублей. Упаковка у прокладок номер один. Вы видите, да? Я их вскрыла, и упаковка практически уже не подлежит восстановлению. Упаковка у прокладок номер два. Да, она более прочная, и даже если мы с вами не будем вскрывать дно, то оно будет держаться. Но закрыть снова практически невозможно. А прокладки – это вещь индивидуальная, прокладки – это вещь довольно деликатная, и желательно, чтобы упаковка у прокладок закрывалась. И прокладки номер три – это прокладки от компании Faberlic. Они находятся вот в такой упаковке, закрывающейся в любом случае всегда. Смотрите, и она не открывается, если я ее не буду открывать специально. Есть липкий край. Упаковка сделана у этих прокладок из пищевой фольги, внутренняя часть. Тем самым она предохраняет прокладки от попадания бактерий. И мы тоже достаем одну прокладку. Оставляем номер один, номер два и номер три. Посмотрите, пожалуйста, на все три прокладки и посмотрите на то, как они упакованы. Здесь практически открытая прокладка. Это то, что мы с вами берем за самый-самый маленький день. Вот такая вот мягкая ткань. Все прокладки я выбирала по одному и тому же принципу. Они должны быть с мягким слоем, такие же, как и прокладки Faberlic, для чистоты эксперимента. И просто прикрепляю прокладку номер один на мой стол. Прокладка номер два упакована замечательно. До использования она у вас не откроется, но вы видите, все-таки она вскрыта. Это минус большой. Да, она более плотно упакована. И уже липкий край у нас более широкий. Тем самым она лучше, конечно же, закрепится. Я прикрепляю рядом. И третья прокладка. Надеюсь, что вам видно ее. Она упакована уже полностью со всех сторон, в том числе есть липкий защитный вот такой вот стикер для того, чтобы не вскрывалась прокладка. И тем самым она будет у вас закрыта до момента использования на 100%. Даже если она будет находиться у вас в сумочке, либо где-то отдельно от обычной своей упаковки. Итак, посмотрите, более широкий слой, уже в 4 липкие ленточки сделано. Тем самым лучше закрепляется на белье и никуда не съезжает. На крылышках тоже не одинарный липкий слой, а двойной липкий слой. И сейчас мы возьмем крупным планом все три наши прокладки. Посмотрите, какие они совершенно разные. Итак, номер один, номер два и номер... Что делаем дальше? Берем нашу с вами зеленку. И для того, чтобы люди рядом... Ваши коллеги, друзья, или вы сами видели, какова будет реакция у каждой прокладки, просто подкрашиваем воду, несколько капель буквально, стакан. Больше зеленка нам не понадобится, мы можем ее убрать. Мы берем с вами шприц. Почему я взяла шприц на 20 мл? Потому что в среднем женщина за критические дни, в среднем ежедневно теряет 50 мл. Поэтому я взяла шприц на 20 для того, чтобы вливать в каждую прокладку по 2 раза воду. Я размешаю этим шприцем воду, чтобы она была зелененькая одинаково. И набираю в шприц воду. Итак,
20 миллилитров, чтобы вам было видно. Я набрала воды и вливаю в прокладку номер один. Таким вот образом размещаю прямо по центру всю воду. И дадим этой прокладке поработать. Набираю воду и вливаю ее в прокладку номер два. Точно так же 20 миллилитров. Даже вода распределяется у нас немножечко по-разному. А все это еще от того, что в каждой из этих прокладок есть определенные бороздки. Вы видите, эти бороздки делают специально для того, чтобы наши выделения лучше задерживались в прокладке и не вытекали за пределы. И теперь я вливаю те же самые 20 мл в прокладку компании Faberlic. Посмотрите внимательно на все эти три прокладки. И сейчас мы сделаем первый эксперимент. Итак, мы берем салфетки, одну салфетку, вторую салфетку и третью салфетку. И смотрим на наш эксперимент. Смотрите, я беру руку и промакиваю прокладку номер один. Вы видите, даже не прикладывая особых усилий, что произошло. Полностью вся салфетка мокрая. Если мы дадим ей полежать еще несколько секунд хотя бы, то салфетка будет просто-напросто исчезнет на наших глазах, да? Она порвется. При том, что эта прокладка была первая, в которую мы вливали. То есть мы дали ей времени поработать и впитать больше. Итак, это была первая салфетка у нас. Прокладка номер два. Довольно дорогой марки, которую мы с вами покупаем. И все равно мы видим с вами, что да, и эта прокладка не справилась на 100%. И все равно есть влага. А теперь нажимаем на прокладку номер три. Прокладка от компании Faberlic. И посмотрите, пожалуйста, на результат. Крупным планом сейчас я покажу вам нашу салфетку. Практически нет ни одной капли на этой салфетке. Она осталась абсолютно сухой. Устроим тест нашим прокладкам дальше. Итак, каждая женщина в среднем теряет 50 мл. Мы вольем еще раз по 20 мл жидкости каждую из этих прокладок. Итак, прокладка номер один, прокладка номер два. Замечательно. И прокладка номер три. Все три прокладки у нас получат абсолютно одинаковую порцию жидкости. Если вы обратите внимание на наши прокладки, то в первой прокладке жидкость практически вся уже до краев распределилась. Во второй прокладке она тоже уже практически очень близка к краешкам, к своим. А в третьей прокладке вот такая интересная ситуация с жидкостью. Она как будто вся собирается в одном и том же месте. Но мы не будем долго разговаривать, а сделаем повторный эксперимент. Итак, как же убедить подругу, что прокладки от Faberlic мало того, что гигиеничны, позволяют дышать нашей коже, так как содержит в себе верхний слой хлопковый, но и просто банально они лучше впитывают и удерживают влагу. Прокладка номер один, вы видите, да? Вот, пожалуйста, у вас вся салфетка осталась мокрой. Ну, если уж первая была мокрой, то вторая тем более будет мокрой, да? Это две салфетки от прокладки номер один. Прокладка номер два. Салфетка лежит, и вы видите, что даже не нажимая, уже пошли какие-то увлажнения на салфетке, на нашей. Итак, видите результат? Чуть-чуть, просто прижав нашу салфетку, мы уже получаем такой замечательный результат в виде увлажненной нашей салфетки. То есть прокладка уже достаточно впитала и уже плохо впитывает остальную жидкость. Вторая прокладка. Вы увидели результат. Переходим к нашей третьей прокладке. Посмотрите, я положила салфетку. Сколько бы я ни нажимала, с усилием или без, салфетка останется абсолютно сухая. Стоимость этих прокладок 119 рублей в каталоге. Если вы являетесь консультантом компании Faberlic, то для вас они будут стоить 95 рублей. Тем самым, обеспечивая себе комфорт, вы тратите всего лишь 9 рублей 50 копеек. С доставкой в разные регионы, возможно, это будет несколько дороже, но за 10 рублей
несколько дней в месяц, когда у вас действительно серьезные какие-то задачи вам нужно решить в эти дни, вы можете просто и легко доверить свой комфорт как раз этим прокладкам от компании Faberlic. А неоновый чип, который находится по центру зеленого цвета, двойные крылышки, замечательные четырехслойные полоски, которые крепят наши прокладки к белью, инновационный абсорбирующий слой – это гарантия комфорта вашего вместе с прокладками от компании Faberlic. Так легко и просто вы можете показать вашим друзьям и знакомым, как работают прокладки от Faberlic и как работают прокладки, которыми пользуются ваши знакомые. Сейчас будет последняя капля. Итак, мы открепляем нашу прокладку и делаем вот такой окончательный эксперимент. Берем, сворачиваем, ставим кружку и вот в эту кружку легким нажатием выливаем воду. Вы видите, как льется со всех сторон, сверху и снизу. И вот за это мы говорим, что мы платим деньги за какое-то качество. Вот за такие замечательные вещи. Сейчас я промокну руки, чтобы чистота эксперимента сохранялась. И попробую сделать то же самое с прокладкой. Стоимости эти прокладки практически такие же, как в компании Faberlic, в ценах магазина. Итак, сворачиваем, делаем аккуратненько и посмотрим. Да, здесь цена практически уже 100 рублей за упаковку. Не льется со всех сторон, но все-таки льется. И вот за это вы платите примерно столько же, сколько и за прокладки Faberlic. И при этом вы говорите о том, что качество наших прокладок намного лучше. А сейчас я покажу вам еще интересное. Продолжу наш эксперимент и покажу вам дальнейший результат от использования прокладки Faberlic. Итак, открепляю третью. Сворачиваю точно так же. Видите, да, ничего никуда не девается. Она стала такая пузатенькая. И сколько бы вы ни нажимали, на самом деле очень сильно, у вас ничего никуда не выльется. У вас единственное может очень при очень сильном нажатии появиться вот такой гель, специально подкрашенный зеленым цветом, для того, чтобы вы его видели. Но я не думаю, что вы носите прокладки до той степени, когда у вас так сильно будет, да, разрывает прокладку, чтобы выходил гель. Вот другие ситуации, когда мы с вами не очень рады тому, когда дискомфорт доставляют некачественные прокладки, у нас с вами бывают. И я специально показываю вам этот гель для того, чтобы вы понимали, что чистота эксперимента соблюдается. Пожалуйста. Я вам возьму и покажу вот такой гель. Он абсолютно безопасный. Огромный плюс наших прокладок состоит еще и в том, что эти прокладки сделаны из первичных материалов. Прокладки, которые вы покупаете в магазинах, любая фирма, практически все делают из переработанных, отбеленных материалов. В отбеливании этих прокладок используется хлор. Уважаемые коллеги, мои друзья, приглашаю вас на мой канал и обещаю вам, что в ближайшее время я покажу вам еще несколько экспериментов с разной замечательной продукцией компании Faberlic. Это был первый эксперимент. Пробуйте, смотрите, покупайте, исследуйте. Приходите снова и снова и снова на мой канал. Жду вас в подписчиках и буду рада встретиться с каждым из вас. Я Анна Груздина, старший директор компании Faberlic. Жду вас на своем канале. Спасибо за внимание.